Ольга Ушакова, техник-плановик на Ижевском редукторном заводе имени Ленина. Это предприятие является главным производителем целого ряда редукторов для страны. Оля работает в отделе перспективного планирования. За бесчисленными цифрами в ее бумагах – жизнь завода, его настоящее и будущее. Михаил Вострокнутов, токарь. Он ударник коммунистического труда. Норму ежедневно выполняет на 120%. Ему присвоено почетное звание «Лучший по профессии». То есть Михаил знает о своей профессии все и работает не только для того, чтобы давать процент. Прием его кандидатом в члены КПСС – свидетельство гражданской зрелости молодого рабочего. Михаил и Оля познакомились на комсомольской работе. Прошлым летом сыграли они свадьбу. Затем пошли напряженные будни. Михаил стал студентом вечернего отделения механического института, а Ольга уже на третьем курсе индустриального техникума. Потому в свободные вечера и выходные дни дом их превращается в своего рода классную комнату. Ведь надо успеть так много. Впереди у молодой семьи долгая, трудная, счастливая жизнь. Начинается она хорошо. Так пусть же каждый год для них будет как этот день.